Молодежный центр библиотеки на Крутицкой обживает новые помещения. Теперь он располагается там, где раньше был книжный абонемент. Здесь можно поиграть в интересные настольные игры, провести время в веселой компании. Молодежный центр – это место общения, место интеллектуального развития, место для творчества, где каждый из присутствующих, каждый из тех, кто приходит, это подростки, молодежь, могут проявить себя в чем-то. Это мы доказываем еще и тем, что даже наш ремонт, который мы здесь проводили, проводился при участии наших читателей. Теперь в молодежном центре работает игротека. Здесь есть настольные игры, что называется, на любой вкус, для младших школьников и ребят постарше. А игра «Ответь за 5 секунд» является универсальной. Задача игры простая. Я задаю вам вопрос, на него нужно ответить 3 чего-то. 3 вещи, 3 желания, 3 кота и чего угодно. Нужно это сделать за 5 секунд. Вы не успеваете это сделать за 5 секунд, следующий игрок ходится. Отвечать можно как угодно, если вы считаете, что эта вещь подходит. Не спрашивайте у меня и не уточняйте вопрос. Так, назови 3 буквы латинского алфавита. Омега, бета, альфа. В настоящее время настольных игр очень много. Это отличная альтернатива компьютеру. Ведь между собравшимися за одним столом происходит общение. Реальное, а не виртуальное. Интересно, чем весь день за компьютером сидеть. Набор как-то и руки у тебя, и ты общаешься с людьми новыми. Радость. Люди действительно хотят общаться. Им нужно что-то делать в это время. И поэтому социальная составляющая во время настольных игр просто незаменима. То есть вы можете пообщаться с людьми, которых никогда не видели, и поиграть с ними игру, из-за этого познакомиться. Не обязательно ходить в клубы и напиваться или что-нибудь такое делать. Настольные игры – это куда проще и интереснее. Игротека в доме на Крутицкой будет работать по расписанию молодежного центра с утра и до вечера. Если выдастся свободный час, то здесь его можно провести с пользой для ума. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.